Я не знаю, куда делся Джек. Эрвин, он избегает меня. Вот и все. Ребята, можно мне? Конечно. Ну, попробуйте. Он терпеть не может мою болтовню. Она его утомляет, я-то вижу. Но мне в Бронксе не с кем поговорить, кроме Пупчика. Так что, когда вокруг есть люди, я начинаю слишком много болтать. Ничего подобного. Точно, точно. Добавьте еще по 20 килограммчиков. Джек ведь был довольно мил со мной. А эта история с Аль Патино все испортила. Я не знаю. Правда. Может быть, я слишком мнительная. Мне кажется, единственная причина, по которой он позвал меня в круиз, это желание подложить меня под Аль Патино. Это не выходит у меня из головы. Он сказал мне, что не хочет оставлять себя одну накануне Нового года. Особенно теперь, когда мамы не стало. Он так сказал? Ну да. О, Господи, ну это же все меняет. Ну куда девалась моя интуиция, чтобы это понять? Она что, в других странах не работает? Наверное, нет. Вот почему он злится на меня. Он обо мне заботится, а я веду себя как последняя стерва. Я должна ему позвонить. Я все исправлю, честное слово. Это Ты? Так здорово, я так счастлив. Давай, досканс, дудох. Тихо, я ухтемахт. Давай, шри, давай. Задолбал орать.